Что же там с налогами? Придет ли за нами налоговая? Не придет. Я оформлена как самозанятая. Да и муж теперь тоже самозанят. И очень интересны все эти разговоры о пенсии. Пенсию, конечно же, нужно обеспечивать себе самим. Что там я потеряла пенсию в 9 тысяч от государства? Таким вот образом мы сможем заработать намного больше, чем если бы мы работали на заводе.